настала весна, все распустилось. Красота, парк. Вот на березка. Птички щебечут. Сейчас не спущусь, там прудик есть. Сделали кормушку для птичек. Только почему-то туда положили странный корм. Даже интересно. Вот здесь прудик. Сейчас я вниз спущусь. Так, плавать здесь запрещено. Есть указатель вот здесь. На пруду плавает уточка. Пока вижу только одна. Она, вот она. Вот она, уточка плывет. Здесь такая церковь. И просто шикарная. Здесь голуби. Наверное, здесь прикармливают. Новоспасский пруд. Ну, сейчас мы вот здесь. Вот так можно гулять по парку. Все распустилось. Впереди и слева белые тюльпаны. Здесь есть детская площадка, можно прийти с детьми, поиграть. Москва-река. Красивый пейзаж есть. Вот, а парк находится вот здесь. Здесь можно гулять. Там церковь прячется за кронами деревьев. И замечательное место для прогулки по набережной. Классно. Такая вот стена. Где-то внизу прудик. Вот офигенное место. Новоспасский монастырь. Красотища.
Да, здесь тупик. Гуляю по территории. Здесь прям прохладно. Очень даже прохладно. Чистенько убирают, красиво. Кругом по территории прошелся. Вот здесь сзади оказался. Прям пахнет цветами, сирень, яблони. Всем приятного отдыха! Подпишись на наш канал «Гуляй по миру» и получай новые интересные видео.